давайте Роман Желтов. На татами 1 приглашаются команды для объявления результата. Со счетом 4-1 победу одержала команда клуба «Родина» Свердловской области. На татами 3 победу одержал Евгений Гербзомер, команда «Сорбис» Москва. Предварительный счет командной встречи 4-0 в пользу команды «Сорбис». Весовая категория свыше 90 килограммов. В белом кимоно Артур Лешкинов и в синем кимоно Кемал Каитов. На татами 1 приглашается команда в белом кимоно «Железный Казахстан». Синий кимоно Ходжи Шариф, Таджикистан.